Привет, зритель! Маленький, коротенький обзорчик нового домашнего костюмчика. Блин, тут только один карманчик, тогда мне что-то сказала, что есть два. Вот тут обманчик. Я хотела еще попутно записать параллельно на другую камеру. Кажется, от того, что я такая супер уставшая. Потому что мне, с одной стороны, я вроде довольна той камерой, а с другой стороны, хочется еще камеру. Куда? И так камер дофига, учитывая, что я покупала чисто, чтобы вот вместо телефона, вот на мне она висела, я снимала там, я сняла поход в аптеку, но я не знаю, записалась или нет, потому что вот как-то это еще тест. И включала я этот с телефона, и там жара, и, видимо, ей жарко. Хотя она вроде может нормально писать при такой жаре. Вот. 44-й размер. Я на эту пижамку смотрела, это вообще домашний костюм, с начала года. Но она была что-то 900-800, мне жаба душила, тут приехала из деревни. Или еще даже была в деревне, да, наверное, приехала из деревни. Смотрю, она это, 498. Думаю, блин, надо заказать. Глянув на 400, а 98 уже так, а потом думаю, блин, надо 400. Смотрю, она без 2 рублей 500 уже, когда заказала, думаю, да ладно. На следующий день она стала уже 500 чем-то. Домашний костюмчик. Тут одна только, вообще как бы она держится чисто на кнопочке сверху. И вот за счет пояса, у пояса вот эти штучки. Я только заметила их, что там... Ну, когда стала, примеряла на Вайберс, не заметила. А когда дома одевать стала, смотрю, штучки. Можно расстегнуть кнопочку. Вот у меня. Ой, я даже еще и не расправила этот самый воротник. То думаю, что-то не того. А я воротник не расправила. Вот к чему придраться людям, у которых плохая жизнь. Но они это отрицают. Эх. Ну хоть с рукавами все в порядке. Тут ниточку обнаружила. Ну ниточка это что? Фигня. От шва какая-то там ниточка. Вот. На улице какая-то дикая жара, я сегодня пока забирала заказ с Вайберриса сезона, соевый соус, заходила в аптеку, выхожу и так конкретно такой пот с лица, с лба вытираю, прям вот вода такая конкретная, я водой пошла уже, водолей пошел водой. Вот такая пижамка, вот она. Я в инфобоксе оставлю этот самый артикул. Может, закажете кто. Там есть еще розовая, но мне, как бы, я люблю розовый, но что-то вот именно в таком стиле розовая нам что-то не понравилось. Еще зеленая, как бы, приятная, но больше мне понравилась голубая, хотя я люблю розовый и зеленый, красный и зеленый, ну, вот такой. Но голубой я тоже, видимо, люблю. Вот хорошая такая пижамка. Если ты знаешь, зритель, как можно снимать вблизи, чтобы тебе было видно, а не так вот так, ну, чтобы я при этом в полный рост, ты можешь мне это сказать в комментах, потому что, ну, каждому обзору шматья это часто так бывает, что кто-нибудь да недовольный почему-то далеко. Ты можешь мне это сказать в комментах, сказать, на какую технику лучше снимать. Если ты еще и выдашь мне эту технику и инструкцию по применению, то будет уже вблизи. А пока только так. Вот. Пока, зритель. Если вдруг забыла сказать, то привет. Ну, как бы жара, сам понимаешь. Я вот сегодня... Впервые за долгие годы надела браслетик. Я года 4, наверное, не одевала браслетики вообще так вот, чтобы чисто не для съемки, а именно по городу пошастать. У меня еще был браслетик, который от Насти Зарецкой. Он подошел бы под пижамку, но я его сняла, и только я его сняла, им попыталась заиграть кошка. Это по скрипам такой. А как только, в общем, пришлось его убрать. Вот кошка пришла. Тебе точно пока, зритель? Эй, зритель! Поставь лайк, пожалуйста.